Сотрудники полиции – частые гости у Айнур, но не по причине нарушения порядка. Женщина не пьет и не курит. Она воспитывает сына, который учится в 8 классе. Мама регулярно посещает родительские собрания и следит за успеваемостью ребенка. Так как сейчас у нее нет постоянного места работы, она вынуждена сейчас проживать в данном вагончике. Семья характеризуется положительно, постоянно находится на контакте и с нами, и с администрацией школы. В употреблении спиртных напитков, наркотических средств замечено она не была. Сейчас Айнур на постоянной основе навещает участковые, помогают волонтеры. Они приносят продукты питания. Я рассталась со своим гражданским мужем, после чего с сыном снимала квартиру. После этого осталась без работы и не смогла оплачивать жилье. Так мы оказались здесь. Стоит отметить, что Айнур стоит в очереди на жилье. Перед ней свыше 3000 человек. Женщина будет рада любой помощи. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.